посещение Иркутск очень волнуюсь, честно сказать, потому что 2 года не виделись, и мы тоже, поверьте, с нетерпением ждали этой встречи. Второй Иркутский международный книжный фестиваль открыт! Ура! Ура! Я в восторге безумном от книжного фестиваля, потому что ты видишь, что людям говорят, не все равно. И вы здесь собрали удивительное количество гостей и тоже как-то посетителей. Суперинтеллигентные, это милейшие и очень это любознательные. То есть это большой успех у вас. Поздравляю. Если хочешь узнать, как вообще устроен мир, понять какие-то чужие культуры, проникнуться этим, то для этого очень полезно и интересно бывает учить языки. Если человек посвятил час своей жизни не себе, а другому, это замечательно. Это час человеческой жизни, отданный на помощь ближнему. Дорогие друзья, добрый день. Я собрал вас здесь, за этим круглым столом, чтобы поговорить о контурах нового мира, о том, как будет устроено будущее. Я хотел бы представить наших участников нашего полукруглого стола. Это Дидин Сивков, антрополог. Это Андрей Бабицкий, научный журналист, просветитель. Это Егор Мостовщиков, основатель. Отец-основатель сайта «Батенька, да вы трансформер». Илья Кабанов, научный журналист, основатель сайта medcare.com. Лучше, наверное, сейчас лента новостей на тему науки и знания. И Екатерина Светличная, заместитель директора фонда «Вольное дело». А мы находимся на Байкале. Сегодня 2 сентября 2019 года и второй день осени.